говорим о программе сельской жизни. Это программа тренинга, образования для целостной жизни. Прежде всего, я хочу говорить, что это такое база программы. Тогда что-то о содержании программы. Тогда образ проводить программы. Первая задача – идти основные принципы для общего согласия. Как? Согласия. Согласия. Потому что если все думают, что реальность такая, цель жизни такая, а если вот это нет согласия, то тогда не можем сотрудничать. Нам надо структура, общая структура, где все могут совещаться, а тогда все могут, общее обязательство, тогда общее сотрудничество. Есть, ведическая мудрость показывает, что есть истины, есть принципы, которые самоочевидны, с одной стороны, а с другой стороны, бесспорны. Это общая структура. Что это такое? Прежде всего, сознание. Например, я подумаю, не может, это очевидно, а не может отвергать. Как чувственное восприятие очевидно, не можем отвергать. Как действие, как называется? Намеренное действие. Это тоже очевидно. Я делаю то, что материя не может делать. Это очевидно, не можешь отвергать. Тогда есть сознающее я, которое управляет этими действиями. Это тоже очевидно. Я ощущаю, что я существую, а тоже, когда видишь, понимаешь, что я могу делать то, что материя не может делать. Вот. Искусственные объекты, информацию и так далее. Вот. Тогда это один момент. Тогда понимаем, что есть база, прежде всего, моего существования. Я существую, я не могу понимать, каким образом, но тем не менее. Я не могу перестать существовать. Есть база этого. Один момент. Второй момент. Когда обстоим вместе, можем иметь общий разговор. Можем соглашаться, что это такое любовь, что это такое существование, что это такое смысл, суть. Так далее, так далее. Очень-очень интимные вещи. Моменты можем обсудить, можем соглашаться. База этого соглашения тоже должна быть. Сознание. А тоже материя. Материя существует постоянно. Должна быть база этого. База законов. Законов материи должна быть. Что это такое материя? Материя – это то, что я вижу, чувствую, так далее. Поэтому база материи, база согласия. Да. А база личного существования должна быть сознающей. Вот, индивидуальная, как жив, скажем, источник жизни, а вселенская жив, тоже, они очевидны, а тоже бесспорны. Тоже видим, материальная природа разрушает, создает, поддерживает. Три отдельных процесса. Поэтому есть отдельные как подходы к жизни. Как гармоничный подход, гармонии с физическими законами. Тоже разрушительный подход. А как страстный, что говорить, confused. Сбитый с толку подход, три подхода. А чтобы индивидуально понимать, что такое суть жизни, чтобы вместе существовать, как можно больше надо применять вот этот позитивный, гармоничный подход к жизни, а вместе сотрудничать. Еще момент. Есть четыре вида действия. Образование, руководство, произведение как ресурсов. Материальных благ. А работа. Четыре вида. А у каждого человека есть свой тенденс работать.
Поэтому есть в общем, можно говорить, что есть четыре вида как тенденция работы. Те, которые по природе обучают, те, которые по природе они руководят, те, которые по природе они зарабатывают деньги, зарабатывают ресурсы, а те, которые по природе они поддерживают процесс в обществе, работа и так далее. Ну вот, индивидуальная душа, джива, вселенская джива, процессы природы, а вот, вот в виде работы. Система состоится от этих моментов, принципов.